Доброе утро! Ого! Хо, имени Александр! Здравствуйте! Да? Здравствуйте, да! Все! Вы даже памперсы не сняли? Молодцы какие! Майя, Томик! Какие молодцы, да! Топ! Все ждут еды! Да? Мы перед субботой и воскресеньем вечером их не кормим, потому что Даська, да, много посетителей, каждый пытается чем-то накормить. А вот мы и так их, получается, днем забираем в субботу и воскресенье, чтобы не переедали, да? Ой, все. Из кровати. Вышли. Все? Открывать нужно? Открывать, да? Все? Вы проснулись? Томи. Том. Пищит Том, да? Майя, такие глазюки. Опа, опа. Все. Все собрались на выход. Нет, дорогие, подождите. Сейчас все пап ванну. У папе. Дети проснулись. Кашу, еду. Каша, нет. И сразу Маня. Маня с двух рук. Вот они, вот. Одной, одному 5 злаков. Другой рисовая. Сюда кашка. Так. Мелочь вам ждать, пока не найдятся взрослые, да? Степка вот такую любит, 5 злаков. Да. Маня. Майя. А то Том пищит. Томик, да. Том, вот что значит сразу научился правильно кушать. Ну, алло. Да. Вон твоя любимая. Алло. Каши наелись. И чтобы потом там не брали ни у кого никакие конфеты, манфеты и все остальное. Маня, твоя рисовая любимая. Да. Нет, она хочет ту, что ест. И Думка. И Маечка. А этим нужно одну. Мань, вон, давай, увидела. Влад уже научился ювелирно кормить с двух рук. А там что уже, они орехи напихали за счет? С орехами. Оно так вкуснее. Так вкуснее. Сейчас, подожди, я эту штучку. Давай я заправлю в эту штучку, которая... Сейчас, подожди. Так, где же это? Крути. Мне очень нравится эта штучка. Ну. Они просто здесь. Давай рисовую сейчас тоже подкрутим. Мань, ты же знаешь, Вадя... Не крути, ты его подкрутил и все, не крути, он сам же будет есть. Нет, они так. Вон он пьет прекрасно сам. Так, Степа! Вадя, ты вносишь... Раздор и шатание. Он все равно, он вожак, он должен поесть первый. Она должна понимать и не лезть.
А что трусится, ты понимаешь? Мамой, клянусь, 3 дня не ел, да? Вать, пусть сейчас сосет, высасывает вот. Так, сейчас я их сама накормлю всех. Так, где все? Енот внизу. Что мы тут делаем? Так, Маня уже ждет на улице. Степа, что мы вот это вот жрем, наполните от туалета? Все? Вы собрались идти гулять? Не-не. Сейчас возьму. Позже. Давайте домой. Ну, это что, забастовка? Что, еще холодно. Давайте быстро. Еще не идем гулять. Скорей, скорей, скорей. Оба. Там едут. О, у нас посылочка. Да? Скорей. Все к посылке. Бася, давай смотреть. Степа, вон, посмотри, миндаль. Вон. Вот миндаль. Так, Павлова. Марина, наверное, Александровна, область Орловская. Как-то буковка. То ли Арина, то ли Марина. Но я думаю, что там есть письмо. Опа. Что, тебя тоже поднять? Иди, мой маленький, иди. Вон, орехи. Маленький, хотя тебя... Степа! Нормально? Мальчик, все, что такое? Так, оп. Ну, ты глянь. Он мне запретил. Да он вообще всем. Скандалист. Письмо. Здравствуйте, Татьяна Викторовна и Владислав Игоревич. Ты глянь, нахуй, вот пацан такой. Огромный привет из Орловской области. Из, так, от Павловой Марины Александровны. Степа! Да, гамадрил. Ну, давайте, вы на посылку. Раз гамадрил вам ничего не дает. Вы и ваши питомцы вошли в мою жизнь больше года назад, с момента появления Люськи в вашем доме. Когда я впервые увидела ее тщедушное тельце... Вот это тоже было тщедушное тельце. Что? Тщедушное было, да. А теперь вот это вот я не знаю что. Кот вообще просто тупо лег в посылку и сказал, все мое, вы там деритесь за миндаль. Когда я впервые увидела ее тщедушное тельце и глаза, полные многовековой скорби всего еврейского народа, я навсегда заболела. А потом начала заражать всех подряд. И мужа Сергея Ивановича, и сына Александра, и сестру Оксану, и коллег по работе. Они также шлют вам привет. Жалуются. Я прошла вместе с вами и печальные моменты, и радостные. Следила за вашими, Татьяна, поездками в прифронтовые зоопарки, за что огромное уважение Олегу Алексеевичу и вам. Вы как верный соратник, Санчо Панса, всегда рядом. Вы в одном из своих роликов спрашивали, за что мы любим Люську. Скорее, вопреки. И взбалмошная, и избалованная, и манеры не очень, и на лицо обезьяны, а все равно самая обаятельная и привлекательная. Они все замечательные, ваши зверюшки, но они все временные, а гамадрилы, похоже, прописались. Ой. Да Люська №2. Степка пока делает Вадику косметические процедуры, я хоть дочитаю. Так, они все замечательные, ваши зверюшки, но они все временные. А гамадрилы, похоже, прописались у вас на ПМЖ. Они беспокойные, и Степа, и Маня, но Люська, она как Гагарин, первая. Это точно. Что Люська как Гагарин, первая. Высылаю вам всем небольшие подарочки. Все, что с маками, конечно, понятно кому.
Зефир, пожалуйста, передайте Ольге Ивановне с удовольствием. Вареньем угостите... Вареньем угостите Олега Алексеевича. Обязательно не забудьте Леокадию. Еще высылаю баночку правильного меда с пасеки нашего местного, очень ответственного пчеловода Головина Николая Ивановича. Кушайте без боязни. Ваша озвучка роликов, Таня, настолько интересна, что вы вполне могли бы заняться написанием сказок и рассказов для детей. Тем более, что материалов в Тайгане предостаточно. А Влад напрасно не давал себя снимать. Без него сюжеты не были бы настолько интересны. В нем столько доброты и харизмы. Вачка, в тебе доброта и харизма. А я все не могу понять, как это называется? Харизма, Вачка. Продолжайте и дальше радовать нас, подписчиков, новыми сюжетами, новыми рассказами и новыми питомцами. С огромным уважением, Марина. Мариночка, замечательное, очень теплое письмо. Очень такое какое-то, знаете, домашнее, родное, как будто вы пишете вот близкому человеку. Очень приятно читать, друзья, все эти письма. А эти уже все хоть успокоились. Дед Мазай и местные зайцы. Гамадривы, енот, кот. Все, по-моему, успокоились. Да? Степа, доставай свои, доставай пузырики. Так, Бася, ну ты мне, в принципе, не мешаешь. Цикорий для Люськи. Степа, не гомнятой. Леденцы мини-фруктовые. Передай папе, пожалуйста, передай. Передай папе, отнеси ему. Отнеси, да. Бась, не, ну давай как-то... Бася. Пюрешечки. С утра они уже поели. Ну, понятно, кому пюрешечки. Ой, Маня жалуется. Чиники. Так, пюрешечки, пюрешечки. Арахис. Ой, 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 ой. Визги, крики. Арахис от Марины. Красный мак, конфетки. Зефир вот такой, такой для Ольги Ивановны. Так, надо сразу отложить, чтобы они его не попортили. Вот такие конфетки. Так, а тут что-то, Вадя. Я не знаю, смотри, что-то тяжелое такое. Салфеточки вот такие красивые с маками. Что-то тут мёд. Так. А, это мед. С местной пасеки. Что-то, нет, морковь написано. Ну, хотя, может, просто заливает в такие баночки. Где у нас? Где у нас? Где у нас? Чем открыть? Сейчас. Помощников же, ты понимаешь? Одни помощники. Степа, а помогай. А это тоже помогает. Тут везде помощники. Так, так, так. Маня тем временем конфеты под себя подтаскивает. Не нужно этого делать. Конфеты точно это не ваше. Зефирчик Ольги Ивановны тоже уберем. Басик такой недовольный. Я его согнала с коробки с посылочкой, да? Ой, да прям. Все довольны. Ну, да, это мед. Так, ножик. Это мед. Спасибо огромное пасечнику. Мы все очень любим мед. Да, мы, скажи, все любим мед. Спасибо. Хороший. Так, смотри, что тут. Вадя. Они уже... Мама сказала, что мы все очень любим... Степа! Степа, ты ж посмотри. По-моему, всех уже. Достал уже всех. Глянь, самец какой растет. Что она тебе сделала? К меду подошла? Будешь сидеть отдельно скоро, а Манечка будет сидеть с малышами. Это вареничка, по-моему, местная для Олега Алексеевича. Точно, все дошло. Желе черная смородина. Вкусненько. Зима впереди. Тихими зимними вечерами. Вот еще Вадик. Наверное, тоже вареничка. Ты посмотри на него, а, на этого безобразника. Вот такие
салатник такой с маками. Это понятно кому. Так, держи, это тоже на баночке. С вареничком. А вот степ для Степа. Для Степы. Идет. Ты чего, теорист? Тебе только вон с енотом. И сидеть, я смотрю, уже. Угу. Ой, какой. Вареньчик. Какое варенье с абрикосами, наверное, и точно, и с грецкими орехами. Ням-ням. Маня сидит, жалуется. Ты ж посмотри на него, а. Теорист, надомник. Все, забрали. Спасибо огромное, Мариночка. И за то, что смотрите, за то, что вы с нами долго, за то, что вы делитесь этими видео с друзьями, с семьей, со знакомыми. Вот, это самое лучшее. Часто люди спрашивают, как бы, ну вот, что мы можем делать, чем помочь. Самая лучшая помощь, это если вам нравится самим, друзья, то популяризируйте парк Львов-Тайган, зоопарк Сказка. Да, отдай. И это самая лучшая помощь, чтобы люди тоже получали удовольствие и смотрели доброе видео в такое непростое время. Вот, а я, конечно, что называется, пользуясь случаем, потому что нас смотрят по всему миру, хочу передать вот всем людям, которые сейчас тоже в конфликте, Израиль, и сектор Газа, и Палестина, и весь Ближний Восток. Так хочется, чтобы у вас был мир, и чтобы там не страдали люди. Вот прям я была в Израиле, я была в Палестине. Замечательные люди, я хотела вернуться туда еще. Поэтому как-то держитесь, как-то договаривайтесь, я не знаю. Давайте жить мирно и дружно, так как живут наши все вот это вот животные, которые абсолютно разные, и не встречаются в дикой природе, но они все живут мирно. Мы любим вас, независимо от того, какой вы национальности. С любовью, Штайгана.